Меня спрашивают, почему ты опять не снимаешь видео, опять разрыв большой по времени. Все очень просто, я переезжаю из города, перетаскиваю вещи, и мне просто некогда снимать и монтировать. И нет оборудования для того, чтобы монтировать. Поэтому я раньше это сниму, покажу вам, какие они стали за 2 месяца и 1 неделю. Прошло 2 месяца и 1 неделя. Вот такие вот. Значит, вопрос встал так, что одна девочка лишняя. И я что-то так подумал, может быть, это так положено по жизни, что у меня должно остаться не 2 щенка, а 3. Вот, значит, останется Хаки, Молли и вот эта вот девочка, вот она. Эй, маленький, ты маленькая. Да-да-да-да, иди сюда. С ними так весело, сейчас мы к ним зайдем. Тут еще Аляска у меня заключенная. Она очень грустит по этому поводу. Ну, пошли зайдем к ним, попроведаем. Мы идем в гости к моим щенкам. Открываем ворота. Ну-ка, быстро отошли, 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 я захожу. Тихо, тихо, тихо. Ушли быстро, ушли, 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 ушли быстро. Маленько расскажу, что у меня здесь. Здесь насыпано мульча. Мульча вроде бы так называется. Это дробленые, тополь дробленый. Крупная, не стружка, не опилки, а именно дробленый. Ну что, что, мои хорошие? Ну что, что творите? Вы что творите? Вот так вот, каждый день, вот так вот, каждый день. Каждый день так. Вы меня что, съесть хотите, что ли? Хаки, хаки, хаки. Они меня рвут просто на лохмоте. Тима, и хорошие, скоро будет с вами на упряжке кататься. Растите, растите. Кушайте, растите. Кушайте, гадьте, пищите и растите. Аля. Вот. Им обязательно надо залезть на руки. Ну что, что, моим хорошим? Я уже вот к этой стал привыкать. Я не знаю, как ее отдавать уже. Она очень хорошо ко мне относится, любит меня тоже. И у них главная задача – это грызть. Вот, отдай лямку, отдай. Не надо, Аля. Молли, кончай. Ну что вы деретесь? Ну не деритесь, меня не грызите. Ну, чуть какие. Почему-то Аляска Молли все время кусает и мучает. Она до нее докапывается. Или сама Молли ее достает. Ну-ка перестань, перестань грызть. Это что такое? Зачем ты ее грызешь? Они обе голубоглазые, поэтому она ей, наверное, прощает, что я много внимания уделяю. Ну-ка отдай. Отдай, перестань. Перестаньте. Молли, иди сюда. Молли, где ты моя спряталась? Молли, ты что, башмаки там грызешь? Иди сюда. Иди, мам. Аля, ну-ка не мучай ее, это что там? Ну все, примерно вот такая картинка, все, что я могу показать. Не могу я вообще монтировать, я просто как-то сниму, так и выложу. Ну все, все, я пошел, пошел. Алечка, я пошел. Все. Я пошел, Аля. Все, давай, мам. Все, 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 все. Все, все. Эй, под ногами не путайтесь. То наступлю нечаянно. До свидания, скажите всем, ребят. Теперь мы будем включаться через неделю. У меня, может быть, уже оборудование будет включено. Компьютер, и тогда я смогу монтировать. А так, привет всем. Спасибо, что вы смотрите нас. Сюда! Ну-ка, зайди! Выходи сюда! Аля, куда убежал? Ты куда убежал? Ну-ка иди сюда. Быстро. Иди сюда быстро. Ты коза такая, сейчас накажу тебя. Иди сюда. Иди сюда. Ну-ка перестань ты лаять. Бур, бур. Ну-ка перестал быстренько. Перестань лаять. И, Аля, ну разве можно на камеру так делать? Я тебя снимаю. Ладно, до свидания всем.